Уже осень снова наступила, если вы не заметили. А вы музыку выбрали? Да. Да? Ну да. Какой? В курсе, что все твои подписчики знают, что я твой контент делаю в Ютубе? Там написали, что если Алины нет, то контента тоже нет. Да, да, комменты все про Алину. Мои любимые подписчики, я вас люблю. Звезда. Даже сказать нечего. Все, Алина делает контент. Алина, давай, что мы сегодня делаем? Алина, что мы сегодня будем делать? Что мы сегодня делаем? Сегодня к нам пришел новый человечек, вот, в сборную. И мы будем начинать с самого начала с азов армрестлинга, которому меня учил сам Бессонов Аркадий Олегович. Вот, будем по программе тренироваться. Ну, что, с чего начинаем? Ой, ну начали мы с пронации. Ну, сначала мы размялись с резиной, вот, начали с... Не, не попрыгали. Вот, начали мы с пронации. Вот, сейчас думаю, что... Через отведение? Да, и жим через отведение, и пронация через отведение. Ну, все, понятно. Ну, мы тоже сейчас разомнемся и тоже пойдем. Лучик, пронация, самое основное сегодня будет, и кисть. Так что поехали. Так, ну что, сейчас будет полезная информация для девушек. То есть, если... Понятное дело, турник – это одно из базовых упражнений, то есть для любого вида спорта, тем более для армрестлинга, который вот весь плечевой пояс укрепляет, развивает и дает не только силу, но и выносливость, так как от многоповторного подтягивания. Поэтому, если девушки не умеют подтягиваться, обязательно используем резину вот, по разному уровню сложности. То есть сначала резина толстая, чтобы можно было легче подтягиваться, и потом постепенно усложняем. Так, пробуем, смотрим, что мы делаем. То есть вот сюда вот на ногу вставляем. Вот. И подтягиваемся. Резина помогает, убирает несколько килограммчиков. Давай, оп. Вторую ногу на эту можешь закинуть. Нет, вторую либо на эту, либо просто держи ровненько рядом. Вот, раз. Два, давай ставь как можно выше. Три, отлично. Четыре. Ну вот как раз. Я думаю, этой резины будет достаточно. Будем работать с ней. Вот. Пока понижать уровень резины не будем, то есть повышать нагрузку. Сейчас вот будем работать 4 подхода здесь. А мы с Борисом пойдем сюда. Турник тоже разберем. А сегодня мы ведем репортаж. Сразу в профессионалы. Эти, разрывная, заряженная. Голодная. О, это моя кликуха. Если с Борей тренируетесь, то повнимательнее, потому что сегодня Боря рукой чуть-чуть дернул, легонечко, и разорвал зеленую резину на две части. Нет, а если правильно, если с Борей тренируетесь, то резину закупайте. Резину закупайте, ну, мы сейчас ее завяжем, ну и я думаю, сколько-то она еще послужит в завязочке. Чтобы сразу две порвать. Боря, давай еще две хват, это моя проблема вообще. Широчайших нет, привык все время так подтягиваться в основном. А вот теперь пробуем с Борей делать чисто с весом в полный хват, и не хватает, чувствую, широчайших не хватает. Ну ничего, доработаем. Так, ну что, сейчас мы плавненько переходим на луч. Сегодня у нас лесенка вверх. Начнем с пронации. Потом перейдем на чистый, когда веса станут больше, перейдем на чистый натяг. Mm-hmm.
Начнем прямо с пятерочки. Будем плавненько повышать по 5 килограмм. Самое необычное, да, упражнение, которое мы никогда не делали. Самое-самое. Ну, это кисть, которую мы сегодня опять расскажем, как делать, да? Кстати, сегодня кисть со штангой, я думаю, сделаем в конце. Надо же радовать подписчиков интересным контентом и штангой за 100 килограмм. Так что, если вы досмотрите это видео до конца, вы увидите, поднимем мы сегодня с Борей штангу 100 килограмм на кисть или не поднимем. И Алина поднимет или не поднимет? Реклама! Вон она смеется. На 100 килограмм? Да, да, фигня, я такими это, разминаюсь, на 200 подниму. Вот я всегда всем советую не пренебрегать хорошей разминкой, начиная с маленьких весов. Это залог отсутствия травм. Мои рабочие веса – это чисто разминка. Да нет, я не говорю, я даже если там подниму этих 7 плиток, это будет для каждого разминка. А, конечно. Вот сюда бы стабилизацию еще. Вообще было. Я 7. Ну или просто руку на 200. Бицепс. У тебя завтра будет... После того, как сделаешь пронацию двумя руками, как тут... Вот сколько раз делаю, и всегда кажется, что делаю что-то неправильно. Нормально сомневаться всегда. Конечно. Все время надо находиться в поиске. Кто полон внутри в своих мыслях, тот не способен обучаться и развиваться. Освободи свой мозг, Боря. Кстати, это очень важно. Вот я помню, в кадетке еще малую бегал, и у нас такой ров был большой, там 2,5 что ли метра. И вот всегда, когда бежишь и только чуть задумаешься, ты обязательно впечатаешься в бортик. А бежишь, голову отключил, раз, перепрыгнул, и все. Ну, я немножко не про это, не про отключение головы, а про что, давай. Не я, про то, не, я про то, что многие спортсмены, они всегда тут чуть-чуть потренировался и считают себя самым умным. То есть вот в этом проблема. Что ты, когда начинаешь считать себя самым так умным, ты перестаешь обучаться, перестаешь обучаться. Не, ну это вообще не к тебе сейчас конкретно. Ты это вообще человек, который меньше говорит, больше слушает и делает, и быстро прогрессирует. То есть вот я считаю, это вот один из самых ключевых моментов хорошего прогресса. А? Чуть сплюнуть. Через какое плечо? Левое, правое. Не, а те, кто даже вот пройдя путь там, да, чемпиона мира, там, заслуженного мастера спорта, то есть те спортсмены, которые все равно продолжают оставаться в поиске, то есть они имеют пустую голову, пустой разум, открытый разум. Ну, то есть не то, что там у тебя нету умных мыслей. То есть они продолжают слушать людей, прислушиваться, слушать их советы и развиваться. То есть если ты будешь говорить, что я самый умный, я и так все знаю, ну то есть на каком-то этапе ты все равно остановишься и начнешь проигрывать. А мы идем дальше. Ну я это имел в виду, что зачем я буду тут, знаешь, думать что-то свое придумать, если... Мне говорят, что делать, я то и делаю. Но здесь очень важно еще, вот тоже хочу добавить, очень важно, что надо слушать, быть открытым ко всему, но не метаться. Потому что многие начинают вот сегодня послушал, начинает там делать пронацию. Завтра ролик посмотрел в интернете, какой-нибудь очередной знаток стал говорить, что там делай не пронацию, а супинацию. Начинает лихорадочно долбить супинацию. Кто-то говорит, там делай трицепс. И вот он всех слушает и каждую неделю меняет тренировочные процессы, тренировочную подготовку. В итоге приходит в никуда.
То есть надо оставаться открытым, да, но тем не менее выбрать правильный путь для себя, а лучше с хорошим тренером. Правильно, да? Очень мощный нагруз, ну я вокруг кисти еще обматываю, ну можно так. Это просто бедос запишет. Ну на бедос так нельзя. Ты там, блин, одну секунду появишься. И кисть чуть-чуть по примеру можно положить. Чуть-чуть, да? На фоне кого он там? На фоне других снимаешь? Даже на фоне не знаю. В смысле, что на фоне Марата? Где Марат? Вот это Марат? Вообще-то да. Он на этом, на Майо или как его там, на Асхабу похож. На Араба. Вообще чудеса. А, ты сейчас... Вот я думала, тоже думала, что ты сейчас делаешь. Сколько здесь? 45, если не ошибаюсь. Да. Ну давай, давай с этой стороны, чтобы зеркало не помнили. Ну да, правильно. А то там, да, там. Все, заканчивай. У тебя уже не спина пошла. У тебя красное лицо. Идем дальше, Боря, давай. Вот так, а? Так? А сколько? А чего мы будем кушать? Пока делаешь, дела. Нет. Сейчас идем каждый подход. На максимум. А чего мы будем есть? О, там есть блины. Ну, чистота должна сохраняться хорошая. Ну так я нормально делаю. Не надо. Да, меньше хоть. Ну, не особо класс, но... Не особо опасно и не особо худко. Да, 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 корпус у меня что-то чувствую. Что? Найди поясничку. Знакомство со сбором. Никита, ваш любимый фильм. Фиксики. Это не фильм. Ну ладно, мультик. Чужие. Сейчас, я сейчас буду делать бицепсы, я думаю, да, скажите. Вы тоже можете сходить, у нас там есть кто-то. Не осталось. Я только пошел. Так, у меня уже вот этот луч через большой палец. Я думаю, 20 килограмм ему будет уже очень сложно, поэтому я перехожу на свой основной атакующий луч через только вот эту часть. Я тебе налево и направо переживаю. Блин, на это не смотри, ты ее не поднимешь. Почему? Она не тяжелая. Да, не, он просто грибнет. Только... Алина, сегодня же у нас лучик. Именно на луч разворачиваем большим пальцем кверху. А, вот это? Да, бицепс будем делать, бицепс и бок будем делать в пятницу. Все? Да. Так, мы теперь уже дошли до 25 килограмм. Теперь уже переходим на плечо лучевую, на чистый подъем. Сегодня делаем вверх, лесим. Делать буду без... Что, я то есть не без, а с опусканием до конца, до касания пола. Вот это и вот это. Давай, по-новому. Пронация это теперь у нас. А, нет, вот это. Это лучше. Я думаю, что ты тренер вообще? Я последние 2 недели просто бегаю. Бегаю, приседаю и мясо. Я тоже бегаю за едой, приседаю с едой. Насколько делал?
Вот тут очень важно, еще важный момент, что стараться минимально задействовать корпус. Прям минимально, прям стараешься прям не сдвигать, потому что вот именно вот этот рывок стартовый, если этот рывок делать корпусом поднимать, то основная нагрузка пойдет не туда, на корпус. Короче, вот он еще. Что-то тяжеловато идет сегодня. Давно не ходили на хорошие веса. То есть все время то борьба, то восстановление. Борьба, восстановление. Ну сейчас включимся уже в нормальный тренировочный процесс с хорошими весами, стабильно. Сколько у нас? 30? Так, ну что, идем дальше. Уже 35 килограмм. Вот, я думаю, сегодня постараюсь зайти снова до 37,5. Да, и уже до Вологды, я надеюсь, сейчас закончим силовой цикл. В конце силового цикла повторить 40. Ну так, ну, по сути, мы недавно луч силовой делали, ты говоришь, что давно не делали, так-то на площадке мы делали же. Ну это сколько прошло? Ну уже недели две, три. Ну да, Три даже недели прошло. Ну, может. Это просто так кажется. Кажется, да, время-то летит очень быстро. Время, да, летит. Уже осень снова наступила, если вы не заметили. 32,5 килограмма. Так, ну что, пробуем 37,5, дошли сегодня до верха. Посмотрим, вот, в зависимости от того, в каком качестве я сейчас сделаю, как сильно буду помогать себе спиной, вот будет видна форма сразу же. Ну, тяжело. Ну, довольно чисто. Ну, на 40 пока не выйдем, точно. Ну ничего, нам и не надо закружаться, еще Питер впереди. Там, я думаю, мы тоже потренируемся. Ну это уж совсем плохо. Прям корпус счетерил. Ну ладно. В общем, все, надо сейчас. Две недели будут силовые, посмотрим. Через две недели, полторы, на что мы выйдем. Ну, с учетом сейчас поездки еще. Ну, попробуем поездку тоже пустить на пользу. Будем кушать? Я там тебя... тренироваться. Я там тебя свожу в китайскую забегаловку, но мы там так объедемся. Я тебе, и, честно говорю, там очень вкусно, все. Круто. Не-не-не, давай я и буду Так, сейчас идем на второе упражнение на луч, на скамье Скотта, опускаем ниже параллели и поднимаем. Так, ну разминаться особо у нас нет смысла, поэтому сейчас сразу мы повесим побольше, около 25. Давай.
А где сердечко? Ну вот. Я думала, вот там может упасть. Сердечко похоже. Это сердечко. Я думаю, никто не поймет. Нет, это тиктокерская штука, все поймут. Давай с тикток. Нет, все, давайте, пацаны, собираемся, идем. Давайте, всем нужно. Я понял, я хорошо снимаю. Давайте, встаем. Борис хорошо командует процессом. Нет, давайте. Давайте, раз, два, три и начинаем. А давайте сделаем эту хрень, а? Это старое. Чуть-чуть сдвинься левее. Да я вообще вот так, да. Стоп, давайте. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Саша, еще раз напала. Давайте еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Сначала вправо делаете? Сначала вправо? Вот так. Ну, типа вот, раз, итак, два. Итак, поехали, мои хорошие. И раз, два, три, четыре, раз. Поехали. Раз, два, три. Ну, давайте и раз. А не просто раз. Нет, я так не буду там разговаривать. Все, поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Улыбочка. Все. Ладно, давайте еще последний раз. А вы музыку выбрали? Да. Да? Ну да. Какую? Я тебе скину потом. Давайте последний дубль. Мне нравится вот это. На английском. Оно на русском. Какой на русском? Бабник. Да ладно, нет, я угораю. Мы еще не... Ну давайте последний. Что спасибо. Ну, видите, мы стараемся оставаться в тренде. То есть для популяризации нашей секции мы снимаем видео в ТикТок. И не только в ТикТок. Да. Я ничего не знаю. Да? Да вот этот видос оставь, может, сейчас будет хуже. Так, ладно. Так, ну что, давайте за столом постоим чуть-чуть. Сколько времени? Катя Олегович, у вас ТикТок сильнее всерьёзся. Какие сделали? Тяжело. Да. Лучше сделал чистенько на раз, поставил все. Выскальзывает просто магнезия. Да, надо магнезию взять. Ready, go! Все, так. Надо магнезию. Отвечаю подписчикам Бориса. Вот были разные комментарии по поводу нашей многострадальной скамьи Скотта. Друзья, отвечу так. У нас мы работаем в основном с большими весами, то есть там 40-50 килограмм. Вот здесь вот у нее достаточно гладкое основание, но иногда бывает действительно остаются потертости на скамье Скотта. Конечно же, держать на весу постоянно достаточно сложно. К чему я веду? Что вот эту скамью Скотта я вот этими своими руками уже не один раз переделывал. То есть это как бы наш зал, это старая скамья, ее хотели много раз уже выкинуть руководство академии. Но я настоял, чтобы ее сохранили, так как она действительно очень эффективная. Мне кажется, угол наклона подходит. Поэтому я собственными руками каждые несколько месяцев ее перетягиваю, ее... скрепляю, мы тут ее подделываем, ремонтируем. Поэтому, ну кто-кто, а я могу себе позволить, то есть ставить на эту скамью что угодно, как угодно, потому что именно я ее потом переделаю, отремонтирую и буду дальше на ней тренироваться. Так что, друзья, если кто хочет приехать, потренироваться, лично какие-то комментарии сделать нам здесь, приезжайте, мы всегда рады. Можете потестировать эту скамью. И попробовать поработать с нашими весами, и вы поймете, что они действительно не надувные, не пенопластовые, а действительно по 40-50 килограмм мы здесь делаем.
Поэтому да, износ небольшой есть. Руки выставили. Если хорошо сделаешь. Тоже. Пальцы, отец. Для тебя специально. Лайфхаки от Мироновой Алины Сергеевны. Что? Есть такая тема. Ты стоишь, показываешь человеку, как ты максимально слаб, просто максимально слаб. И просто смотри, Боря, так показываешь максимально слаб, подходишь к гантели. 40 килограмм. Показываешь, что ты ее еле-еле поднимаешь двумя руками, а потом делаешь одну руку. Когда ты вылез к рекламу, где Алина... Смотри, как интересно, руку снять. Я тоже так стою. Я просто не смогу так руку вылезать, но когда ты начинаешь падать, то я не могу сказать. Я вот так тренирую, я вот так всегда беру. Вот так, да? А там еще выше другого. Ой! Сказал, я не расстраиваюсь. Плечи параллельно столу. Выпрямили руки, плечи ровно. Здесь все нормально. Кисть. Плечо. Ready, go! Пойти на судью. Половинку. Только с завязкой. Вот у меня проблемы только с завязкой. Я палец не чувствую. Все, идем. Левую уже. Все, еле-еле. Так, ну что, теперь мы делаем тоже луч. Очень интересной завязкой и с атакой в бок. То есть основное движение за столом. Работаем над атакой. Чуть-чуть пониже. То есть для тех, кто еще не смотрел наши ролики, скажу, что мы вяжем очень специфичным способом. То есть вяжем через большой палец и вот сюда через ладонь. То есть получается у нас весь основная нагрузка при натяге идет вот сюда через большой палец. Ну, соответственно, как соперник берет тебя за большой палец. Вот дай Боря руку сюда свою. Вот так на камеру прям. Вот. Соперник берет вот, и перекрывает. Его самая основная сила, самая основная нагрузка приходится на вот эту часть кисти. Вот как раз под подушку. Вот. И вот с этой частью мы как раз раскрываем соперника. Поэтому мы натяжечку атакующую, имитирующую борьбу за столом, как раз проводим через большой палец. Вот здесь. И стол немножко под наклоном. Вот сместили, выставили старт и уходим. Как в борьбе тебе с мизинца, вот чуть расслабь. Вот как тебе, вот ты начинаешь атаковать, а тебе вот с мизинца вот сюда раскрывают. Чувствуешь, ты вот это вот загибаешь с мизинца. Вот чувствуешь, под него, под мизинец нагрузка идет.
Скажу честно, что не встречал в сети такой завязки. Вот, поэтому можно сказать, это запатентованное изобретение зала президентской академии. Так. Столик, конечно. И отсюда, с этого угла сюда, да? Ну, чуть-чуть повыше вот здесь, вот, прям вот на подушечку. Mm-hmm. Прям как в борьбе почувствовать. Сейчас чуть-чуть. Так, еще нажал. О, это вот неприятно. Человек меня взял. Чувствую. Хочется ему руку оторвать. Обязательно сделайте ваши комментарии по поводу звука, так как у нас сейчас здесь стоит направленный микрофон сверху. Мы его тестируем. Как улучшение есть или надо придумать что-то еще? Это как в карате, кто ката сделал специально, там получают пояса. А у нас кто научился правильно ремень наматывать, тоже можем давать третий разряд. Пройдемся по хайповому движению на кисть со скамьи, сидя. Вот по молодости, я помню, по ранней молодости я это упражнение любил, вот, но потом перешел на другое, более эффективное упражнение, секретное, которое вы все уже знаете, когда мы работаем с коленом. Но это упражнение, то есть оно эффективно, могу сказать, только в центральной части. То есть так как мы нарабатываем именно основная нагрузка при этом у нас приходится на прямую кисть. То есть если мы отпускаем ниже, то все равно основная нагрузка приходится на прямую кисть. Поэтому это нам помогает только в центральной части в борьбе за захват и вот в начале борьбы. То есть нам не открывают кисть в этом движении, но и мы не можем закрутить, даже если мы будем делать там достаточно большие веса. Потому что нагрузка с этого момента, она начинает уменьшаться. И сверху равна нулю. То есть главное здесь это центральная часть и отрыв отсюда. Вот, поэтому мы работаем именно с прямой, с параллельной кисти. Я честно не вижу смысл. Вот многие делают с опусканием, с глубоким опусканием на пальцы. Именно в упражнении на штанге я это делать не люблю. То есть, ну, каждому свое. Вот. Прокачивать проигрышное положение кисти, далеко проигрышное, я не вижу смысла. То есть можно чуть-чуть опускать, да, назад и потом поднимать обратно. Ну что, поехали? Давай спустим ее.
То есть как люблю делать я и как делают спортсмены. Давай начну, наверное, как делают спортсмены. То есть спортсмены любят вот отпускать прямо на пальцы. Так, сейчас у нас вес 50 килограмм. Вот, на пальцы и назад закручивать вот глубоко. Вот. Опустили, закрутили. То есть я так делать не люблю. Я люблю делать вот на краешке с небольшим отпуском. То есть буквально несколько градусов. Несколько градусов. Мы уже становимся в упор. Мы не получим так травму. И отсюда поднимаем вверх на закрут. Вот. Либо же эффективно делать с небольшой подкладкой. То есть мы можем подложить сюда либо коврик, либо какую-нибудь тоненькую плиточку, которая нам как раз даст вот это небольшое отклонение в негатив. Но небольшое именно. Потому что вот в этом упражнении самое опасное, что кисть при разгибании очень дает большую нагрузку на сухожилия и связки кисти. То есть если мы опустили и не вытягиваем, вот здесь как раз у нас происходят самые травмы, потому что штанга может упасть. Здесь потому что веса надо делать серьезные, то есть это там уже 90-100 килограмм и выше, а с такими весами на кисти, если штанга сорвется и упадет, то мы рискуем получить серьезную травму. Поэтому я все, что выше сотки, я негатив не опускаю, делаю только подъем вверх, только позитив, только сгибание вверх. Ну, сейчас пойдем дальше, посмотрим. Катя так вам рассказывает. Сильно не опускай, да, чуть-чуть, вот прям на мягкое кладешь, чтобы не травмироваться. Так, нормально? Да, даже меньше еще. Вот чуть-чуть, еще к себе локти подвинчу поближе. Да, вот чуть-чуть. Вот это уже негативно. Но у меня я вообще не чувствую, что я поднимаю. Мне кажется, вообще Вот у меня тут максимум так кисть загинается. Ну, нормально, у некоторых вообще она отсюда не поднимается. Вообще не крутится. Ой, что-то пересвело. Так, ну что, поехали, накидывай, сколько ты осилишь, как думаешь? Не знаю, если вот это считать за поднимание. Да, 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 вот именно отрыв вверх. Самое главное. Ну, давай я по пятерке. Давай по пятерке. Так, 60 килограмм. Видишь, закрут есть, максимальная нагрузка сразу происходит при отрыве. То есть только мы отрываем штангу от скамьи, здесь уже у нас максимальная нагрузка. Я что-нибудь передам. Ух, ну я чувствую там у Аркадия кисть просто. Снимаю уже сам. Снимаю сам. А вот именно подать, просто там надо взяться удобно. То есть хорошо взяться, чтобы ровно, чтобы не перевешивало, а скидывать уже. Давай мне тоже подать тогда. Ты встану, я что, как? Дружишь? Нет, я со стороны не дружу. Я смогу подавать килограмм до 80. Не. Ну видишь? Ты там снимает, нет? Да, да, да. Просто видите, в чем суть? Казалось бы, да, простенькое упражнение. Но даже оторвать от подушки, вот просто чтобы оторвать ее от касания подушки, уже Борис не смог. Хотя вес там 70 килограмм. Да, а если бы мне ее... Так... А если бы вот сюда ему поставить, то она бы проломилась. Но я хочу сказать, что вот в таком исполнении 70 килограмм это ноль. Это вот просто ноль. Это нет нагрузки. То есть, ну, по-хорошему, нет, просто. Надо, я говорю, минимум сотка, именно в этом исполнении. Если с опусканием вниз вот здесь вот, то да. То есть, уже 70 килограмм, это хорошая нагрузка, с опусканием 80, очень ну, хорошая. То есть, у меня кисти нет вообще. Ну, вот в этом моменте, да. И нет, нет, ну, вот, я... вот так я и в статике я ее удержу точно. Не, ну, удержать, да, а закрутить? Да, закрутить нет. Так, ну что, поехали тогда уже... Все 70 это ноль. Все вот таких вот товарищей поставили. Обе.
ты ноль говорить, блин. Все, что-то я не поеду ни в какой Питер, похоже. Ну это именно в этом движении, видишь, вон там уже ты набираешь серьезно, то есть там 32 килограмма, это уже... Да, и когда Гераськин 60 на 4. Ну, Гераськин-то все-таки чемпион. Абсолютки пал. Вот, видишь, лежит на кисте. Видишь, да, что лежит. Не буду снимать. Друзья, ну что, мы уже ускоряемся. Боря потихонечку сошел с дистанции. Вот. Смотрите, на штанге 100 килограмм. Блины пенопластовые, но там 100 килограмм. Значит, в чем задача? Мы сейчас попробуем запустить челлендж. Берем сотку и в том исполнении, в котором делаю я, то есть делаем на количество. То есть как делаю я, еще раз напомню. Ровно с параллели штанга прижимает, кисть к скамье, то есть мы не свешиваем ни на один грамм, просто рука лежит на скамье, и отсюда делаем подъем, делаем отрыв от скамьи. Вот, поднимаем на количество раз, кто сколько сделает, ну и я попробую сейчас сделать. Все, поехали. Так, все, руки прижаты, поехали. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30. Ну, еще. Боря сказал 15. Еще. Я сделал 30. Так, блины взвешивать не будем, потому что, понятное дело, что они пенопластовые. Ну, в общем, друзья, кто... Сколько сможет, давайте соточку на количество отрывов от скамьи. Вот они. Двадцать. Соточка. Ну и гриф 10 килограмм, естественно. И финально закачиваем кисть вот здесь вот на блоке. Вот, ставим руку в упор в подушечку, вот так вот, вот. И, внимание, покажи сверху угол. То есть угол какой у нас? Угол развернутый, то есть не 90 градусов, то есть, а примерно там 120 градусов. Вот как раз вот этот угол позволяет нам получить мощный закрут. Если предыдущее упражнение делало нам жесткий центр, то это упражнение нам делает жесткий закрут глубокий. Делаем, опять чуть-чуть напомню, почему делаем не просто стягивая с блока на столе, потому что в этом моменте корпус всегда хочет подключить боковую связку. То есть мы, получается, закручиваем и еще силой надавливаем. А сегодня у нас не боковая связка, сегодня у нас основа – это луч, поэтому лишний раз не подгружаем боковую связку, она у нас в пятницу будет, надеюсь, если мы доберемся кое-куда. Да? До Питера. Именно не рывками, а мощно, прям до конца, прям силой. И в конечном итоге прям сильно, да, вот, затягиваем. Встал.
Так, ну конечно же надо разобрать блины, да? Пойдем. Да. Все, давай все. Так, Борис, подскажи, давно зреет вопрос. Откуда берутся вот эти вот замечательные спортивные мотивационные стишки у тебя в Инстаграме? То есть это какой-то секретный автор в сети, либо твоего собственного сочинения? Да не, не, сам сочиняю, конечно, такой. Ну, я туда вкладываю смысл юмористический, но каждый там, конечно, свой находит смысл. Это я, конечно, вкладываю к тому, что нужно все-таки что-то делать, а не просто читать там стишки и верить во всякий бред, который пишут в интернет. Если хочешь похудеть, надо просто меньше кушать, побольше заниматься спортом. А идти не... профессиональным тренером. Ну, идти... Да можно просто, на самом деле ничего сложного нет. Если ты просто хочешь похудеть, то сложного тут точно ничего нет. А не верьте во всякий бред. Ну, верьте, читайте мои стишки перед ночью и можете ничего не делать, что угодно кушать. Отлично, потренировались сегодня. Запускаем челлендж по кисти. Так что, кто посмотрел это видео до конца, друзья, всем респект. Не забывайте подписывайтесь на Борин канал, вот, и следите за новостями. Уже в эту субботу будет турнир по армрестлингу в Питере, будут два интереснейших армфайта. Так что, кто хочет, давайте пишите в комментариях, можно будет увидеться в Питере, потренироваться вместе и посмотреть хороший армфайт. Ну а мы пошли домой.